Компания LG представила смартфон V40 Think. V40 получил OLED-панель диагональю 6,4 дюйма, 19,5 на 9 и разрешением Quad HD+. В нем установлен 8-ядерный Snapdragon 845, графический ускоритель Adreno 630, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, емкость встроенного хранилища 64 ГБ. V40 имеет разъем для наушников. Дактилоскопический сканер разместился по центру задней крышки, ниже модуля основной камеры. Основная камера на 12 плюс 16 плюс 12 мегапикселей. Камеры способны записывать видео в разрешении 4К при 60 кадров в секунду. Фронтальная камера на 8 плюс 5 мегапикселей. Смартфон имеет защиту по стандарту IP68. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки составляет 3300 мАч. Вес 149 грамм. Работает новинка под управлением Android 8.1 Oreo. Выпускается в двух цветах – синим и черным. Все товары можно приобрести с кэшбэком, указанным в описании, и процент с покупки товара возвратится на ваш счет. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо!